Все, заключительное видео, заключительный трофей. Как и говорили, дядя Саша приехал, свою лицензию закрыл. Вот. Ну, что могу сказать? Хороший итог хорошей трудовой работы. Наконец-то я увидел плоды своего старшего наставничества. Вот. С полем. Спасибо, брат. Это да. Ну, я, конечно, не преувеличу, да, если я скажу. Это, не, на учителя я не претендую. Так, на старшего наставника. Нет, прям. Я же постарше был, правильно? Нет, все правильно, да. И ты многим вещам научил. И тебе спасибо огромное за это. Хороший, мощный, трофейный зверь. Правда, были крупнее. Были крупнее. Но возможности вот, не было выставить. 8,5 лет козлу. Там были и поменьше, и мясные были. Оказывается, их было не 13, как я сказал, 20, ровно 20 штук было. 20 штук. Вот, 20 штук. Два были 1,10 м, 1,20 м. Да, 1,20 м, наверное, были, да. Вот, но пока, то есть там, ну вот, сами посмотрите, это такая крутизна вообще, то есть там пока перешли, пока вывершили, то есть пока выбрали удобную позицию, это зверь не стоит, немножко переходит. Ну вот самый удобный и ближе оказался, то есть вот этот. Ну да, и он уже, то есть, смотрел в нашу сторону, то есть в мою сторону, откуда я стрелял, он уже почуял опасность. И пришлось вот, ну. Ну, к слову сказать, кто там говорил, что оператор нужен, этот звукорежиссер. Короче, я сегодня работал оператором, корректировщиком завода на цель. Да, да. Значит, там сценаристом. Потом это, и даже шерпом еще поработал. Шер, так что, да, так да, что да. Мы работаем над этим. Все, всем здоровья. Всем здоровья. Добрый день. Сижу, наблюдаю. Так, где у нас получается? Где-то тут. О, вот здесь вот. Вот они. Группа из 13 козерогов. Есть 1,10 м, 1,20 м. Вот. Я сижу через щель. Вон там машина стоит. Вон машина стоит. Я обошел вот отсюда, поднялся. Заметил там козерогов. Саня находится сейчас где-то вот в этом районе. Они поднялись вот так вот по щели и находятся где-то в этом районе. Я их сориентировал, они их не видели. Расстояние где-то 800 метров. Сейчас они принимают решение, как скрадывать. И у нас сейчас получается 600 метров. Откуда стрелять? Вот здесь мы один раз банок перейдем. Где-то останется метров 300. Ну и не знаю, увидим мы с них. Потому что, скорее всего, скроет. Смотри, смотри, аккуратно еще раз, но только надо быстро все это дело продумать, просчитать, либо чуть ниже спуститься, потом получается снизу стрельнуть, либо там где-то надо, то есть, но они начали движение вправо частично, смотри, чтобы они тебя не увидели. Вот такие у нас тут страсти кипят. Мощные трофейные. Вот это вот высота, где они находятся, где-то 1800-1900 метров. Вот. Потому что вот эта скала на 2000 находится. Мы, к слову, с Сашкой туда приходили. Вот. И когда я сам первого козерога вот этого жирного стрелял, вот я туда поднялся, только с той стороны. И вот по дальнему, не по вот этому, а по, там еще за ним еще хребет, я по нему спускался. И где-то за вот этим хребтом, там щель, короче, там я его стрелял. Вот, но сейчас пока так. Я, к сожалению, вышел из строя. Сегодня хотели пройти в этом направлении, но снегу много было. Ну, снегу немного, но нога скользнула и травмировал сильно колено. Правое колено сильно травмировал.
И получается теперь Саня, вот он самостоятельно закрывает без меня свою лицензию. Молодец, я ему вчера сказал, я говорю, давай, чтобы на всю жизнь осталась память. И если сейчас он все сделает, все четко, это будет прямо супер-супер-супер охота будет. Самая лучшая охота. О, наконец-то поймал их. Вот этот вот по центру стоит, это, на мой взгляд, самый здоровый. Вот они, еще одни. Вот еще. И вот сюда авангард уходит. А эти вот здесь вот стоят. Еще в распадочке. О, вот левее. Снег, блин. Левее снега, вот он. Ну все. Добрал я трофей. Вот. Встал я его. Добил. С полем, брат. С полем. Мои поздравления. Congratulations, как говорят пиндосы. Вот Саня, короче. Вот он, вот тут вот лазит. Значит, вот отсюда стрелял. Вот здесь вот на скалке он остался где-то. Да-да-да, вот он сейчас выходит прямо на скалу. Вот он, вот. Вот Саня выходит. Где? Вот он. Ага. Ну все, теперь они будут его тащить. Короче, вон оттуда. Отсюда. Ну все, вот коллективно сработали. Взяли мы с ним вместе козерога трофейного, хорошего. Вот он. Еще вздрагивает помаленьку. Вот он. Ну что, с полем, племяш? Первая охота и сразу козерог. Молодец. Мне, конечно, добивать все время приходится. Ну ладно. Ничего. Еще раз хотел напомнить, какая грандиозная работа была проведена. Ребята поднялись по вот этой щели, значит, до вот этого места. Потом я обошел вот эту гору, оттуда увидел вот в этом районе козлов. Вылез с той стороны на эту гору и через вот эту шишку потом начал заводить ребят на цель. И вот Саня там стрелял. Сейчас где-то они там спускаются, выйдут примерно здесь, но я пока продолжаю свой спуск. Так что так, настоящая трудовая ходовая охота, мечта Саньки нас сбылась. Вот я ему вчера сказал, сам пойдешь, сам добудешь и принесешь. Хватит мне вот это вот уже вас за руку везде водить. Ну, подсказать, конечно, пришлось. Не без этого. Ну, что делать? Что-то смотрю. Силы совсем заканчиваются у трофейщиков. Пойду хоть последние 100-150 метров помогу спустить. Просто сам так неоднократно делал. Знаю, как это тяжело. Мои серьезные поздравления. Ой, брат, спорь. Если бы не Михаил, охота бы не состоялась однозначно. Поэтому... Ну-ка еще раз повторите. Если бы не Михаил, охота бы не состоялась однозначно. Мы бы их даже и не увидели. Вот, Михаил увидел, направил, вылез. Ладно. На соседнюю гору, за соседнюю гору вылез. Ладно, расшаркиваться эти. В реверансах. Че, так и было? Держи. Спасибо, брат. Хороший, мощный трофей. Возможно, метр, но 95-97 сантиметров точно. Но худеющий, но гонный. Так что вот так вот. По попаданию в голову. В глаз. Под глаз. Че, на всю жизнь? Ой, блин, это прям вообще. Это классно. Ну все, помогать будем.
Вот Михаил нам показывает мастер-класс. Мы тут 300 метров целый час тащим. Да. Держишься за козла. Да, козел держит, короче, тебя, говорит он. А ты козла держишь и побежал вниз. Огонь. Огонь, брат, молодец. И все, и козел внизу. Пойдемте, Александр. Так, ну это все снимаешь, да? Да. О, всем привет. Всем привет. У нас, короче, с доставкой на дом четко было. Ну теперь трофей замер сделан и замер у нас. Вот он настолько бился, у него даже вот рога такие обломанные уже. Вот. База узковатая, конечно. Если бы была чуть шире, но как есть, так есть. Ну давайте. Давай. Значит, это у нас правый, да? Придерживаем. Давай. Та-дам! Метр. Метр четыре. Да ладно. Смотрите, пожалуйста. Да-да-да. Вот метр четыре. Это обломанный. Это обломанный, да. Сейчас целый. На ту сторону его перелами. Ты снимаешь, чтобы то скажут, там накинули. Да, да, там, да, 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 вот сейчас. В губу засунули. Да, вот. Придерживаем по диаметру. Метр пять. Метр пять, короче. Метр шесть. Метр шесть, вот он кончик. Та-дам! Ну, это нормальный такой трофейчик. Хороший за метр, да. За метр уже зачетный. Так что еще раз полем. Всем удачных охот.